В этом году свое 20-летие отмечает Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Политическое объединение защищает интересы одного из самых многочисленных социальных слоев населения. За два десятилетия работы партия обрела миллионы сторонников по всей стране. Итоги минувших 20 лет и планы на будущее обсуждались на торжественном мероприятии, организованном региональным отделением партии пенсионеров в Тверской области. Наша цель – помочь России, чтоб народ достойно жил. Строчки из гимна партии пенсионеров уже давно стали еще и девизом работы одного из самых популярных политических объединений нашей страны. Партия защищает права и отстаивает интересы одной из самых малозащищенных групп населения – людей пожилых, предпенсионного и пенсионного возраста. За последние годы партия совершила значительный политический, идеологический и медийный прорыв. Программные документы близки и понятны людям, востребованы в современном российском обществе, отмечает заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров Андрей Широков. И наши представители сегодня работают депутатами на освобожденной основе, возглавляют даже комитеты, как в Липецкой области, по жилищно-коммунальному хозяйству. И я могу сказать, что наши депутаты активные, и они приходят со знанием, историей, пониманием глубинного вопроса. По итогам прошедших выборов кандидаты от партии пенсионеров получили места еще в 17 парламентах субъектов нашей страны. Высоко оценивают в Центральном совете партии пенсионеров и работу Тверского регионального отделения. Его председатель Александр Гришин по итогам выборов этого года представляет политическое объединение в законодательном собрании региона. Как подчеркнул народный избранник, задачи, которые сегодня стоят перед партией, являются ключевыми для всей нашей страны. В первую очередь это улучшение жизни старшего поколения. В любом варианте, везде будем всегда помогать. Но, конечно, главное, чтобы наши пенсионеры себя чувствовали комфортно. Создавать комфортную среду для наших уважаемых старшего поколения. В ходе торжественного мероприятия, посвященного 20-летию партии пенсионеров, состоялось чествование старейших членов партии и ее активистов. Кроме того, все присутствующие в этот день в зале получили памятные подарки. Завершая торжественное мероприятие, Андрей Широков заявил, что не сомневается в дальнейших успехах партии пенсионеров. Поскольку ее идеология, основанная на принципах динамично развивающегося консерватизма, приобретает все больший общественный резонанс и популярность.